У меня 34 слайда, достаточно много, но они очень короткие, поэтому я по ним пройдусь достаточно быстро, а потом хотелось бы услышать ваше мнение и понять, попал я или не попал. Ну и по ходу будем обсуждать. В двух словах суть, чего я хочу вам рассказать. Я хочу вам доказать, показать, убедить вас в том, что вам, как программистам, нужно заботиться не о... Вы не должны заботиться о качестве должен заботиться ваш проект. Сразу вопрос, здесь вообще программисты есть? Есть. Ага. А не программисты, то есть те, которые совсем ничего не пишут, тоже есть, да? Это те бывшие системные администраторы, которые раньше так назывались, да? Сейчас они называются ОПС. А программисты, которые руку подняли, вы пишете код или вы писали раньше? Пишете, да? Ну, отлично. Тогда это к вам обращение. Слайды будут на английском, я думаю, это не проблема, да? Тут очень будет коротко, суть будет понятна. Вот такая основная мысль. Сейчас в двух словах о себе. Я сам тоже программист, я пишу достаточно много open-source кода. Вот я выделил такие 4 проекта свои, которые, может быть, вы слышали, может быть, вы знаете. Если нет, то посмотрите. Router — это именно для DevOps людей. Это такой чат-бот, который в GitHub работает с GitHub проектами. По команде программиста или DevOps, кого угодно, он поднимает GitHub репозиторий, собирает его в докер-контейнере и, собственно, делает все, что необходимо внутри докер-контейнера. Достаточно удобная штука, open-source, бесплатная, попробуйте. Остальные 3 — это Java-фреймворки, которые я и ребята, которые со мной работают, мы сделали. Это мой вот один из последних снэпшотов из GitHub, чтобы было понятно, что я пишу код достаточно интенсивно. Поэтому все, что я буду рассказывать, основано на личной практике и на личном опыте. Также я фаундер и CEO компании Zerocracy. Это платформа, которая такая для объединения программистов и проектов, в которых нужны программисты. Основная суть этой платформы, в чем ее фишка, в том, что управляют программистами не менеджеры, а роботы. То есть мы создали такие чат-боты с элементами искусственного интеллекта, которые управляют, дают задания программистам, нанимают людей, увольняют людей, оценивают их качество, собирают их результаты вместе. То есть мы заменяем проект-менеджера искусственным интеллектом или роботом. Опять же, может быть интересно вам попробовать. Если вы программисты, то можете там стать участниками этого и зарабатывать. Если у вас есть проекты, можете туда аутсорсить. Это мой основной бизнес. Также я третий пункт, я пишу книги. Это вот нижняя книжка не моя, а это фотографии из Инстаграма, а верхние 3 — это мои книги. Я их пишу уже несколько лет. Может быть, кто-то читал «Elegant Objects». Если не читали, попробуйте. Это про объектно-ориентированное программирование, его такой не совсем стандартный взгляд на него. У меня с собой несколько копий есть, можно будет после доклада подойти и купить. И последняя книжка, которую я написал, несколько месяцев назад она вышла, она называется «Code Ahead». Все, что я буду сегодня рассказывать, в этой книжке объяснено подробнее, детальнее, с примерами, с иллюстрациями. Вот она вышла в июле этого года. У меня ее с собой нет, но ее можно купить на Амазоне. Она будет на русском языке переведена через некоторое время, наверное, через полгода. Поэтому пока только на английском языке. Вот это все обо мне. Теперь в двух словах я хотел бы спросить о вас. Испытываете ли вы... Я буду сейчас говорить о качестве исходного кода, о качестве продуктов, которые мы деплоим, поскольку мы девопсы, мы эти продукты выкладываем и страдаем от их низкого качества. Чувствуете ли вы проблему с низким качеством продуктов и кода? Чтобы я не впустую говорил. То есть у нас есть эта проблема, да, мы видим, что баги мы делаем, мы совершаем ошибки, потом эти ошибки деплоим на продакшн, и они так или иначе приводят к негативным результатам. Поэтому, в общем-то, задача снизить количество проблем, снизить количество багов и ошибок. Вот об этом поговорим. Вопрос в том, как это сделать. Я покажу сейчас в первой части доклада, покажу, как это обычно делается, потом во второй части покажу философские, так сказать, изменения в философии, которые я предлагаю, а в последней части покажу практические несколько рекомендаций для программистов и для девопсов, что нужно сделать, чтобы это качество улучшить. Но опять же, помним центральную мысль, я хочу вам доказать, что чтобы добиться высокого качества, нужно его требовать не от тех, от кого мы их обычно требуем. Вот так выглядит наш исходный код. В нем, в общем-то, находится основное количество ошибок и багов, которые мы выкладываем на продакшн. Так бы нам хотелось, чтобы он выглядел. В реальности он выглядит как-то так. Я вот такую картину нашел, Джексона Поллока. Исходный код выглядит как-то так. Это какой-то месс из строк кода, из модулей, из классов, из файлов, из компонентов, которые мы как или иначе изменяем, поддерживаем, вносим в него изменения. Кто вносит изменения? Изменения вносят программисты. Программисты изменяют исходный код, создавая в нем, я красным цветом их нарисовал,
вот мальчику и девочку, которые... Здесь, кстати, девочек нет, программистов, да? Надо было только мальчика рисовать, наверное. Вот этот вот мальчик и девочка, они вносят изменения, они ломают исходный код. Они являются угрозой для исходного кода на самом деле. То есть мы с вами, как программисты, являемся той самой угрозой, той самым, тем самым, ну, наверное, правильное слово угроза, той самой опасностью, которая угрожает исходному коду. Мы его все время ломаем. Каждое наше изменение — это потенциальный вред. Мы, конечно, приносим какую-то пользу, мы, конечно, создаем какое-то новое, что-то там изменяем, фиксим баги, но, в общем-то, мы и являемся той первопричиной вот этого вот месса, который в итоге мы имеем. Есть несколько способов, как сделать так, чтобы мы стали делать меньше ошибок. Способ номер один — нанимать лучше программистов. У кого-нибудь получалось нанимать лучше? Вообще, кто-нибудь нанимал здесь программистов из тех, кто здесь есть? Нанимали, да? У кого-нибудь получалось нанять лучше программиста, и тогда багов было бы меньше? 1, 2, 3. Некоторые 4, 5. Некоторые случаи такой ситуации бывали. У меня, в моей практике, честно скажу, мне кажется, на моем опыте, что чем лучше программист, чем он более профессиональный, чем он более дорогой, чем он более опытный, тем больше ошибок он делает. Причем ошибок он делает меньше ошибок, как сказать, архитектурных, меньше ошибок в области дизайна, меньше ошибок фундаментальных каких-то, но больше ошибок мелких, которые у него меньше, он меньше внимания обращает, как мне кажется, на детали, для него это менее важно, но больше обращает внимание на архитектуру. Поэтому нанимание лучших людей, ну, по моему пониманию, и так же, как книжки пишут, это не решает проблему. Все равно в среднем программист делает, я где-то читал ресерч, читал цифры, есть какие-то определенные показатели количества ошибок, которые мы делаем. Там что-то там, какое-то количество, там 3 ошибки на 1000 строк кода или что-то такое. Это очень старый ресерч, был там 20-летней давности, но есть и более новые, наверное, исследования, что как бы мы ни писали, кем бы мы ни были, мы все равно совершаем определенное количество ошибок. Поэтому нанимать лучше программиста, это, по моему мнению, не решение. Решение второе — можно тренировать их. Видите, я пишу их, к нам относясь. Можно их тренировать, нас с вами тренировать. Опять же, я не думаю, что это помогает. Я не думаю, что тренировка и, как сказать, повышение качества, повышение скиллзов, повышение там, уровня нас как программиста уменьшит количество ошибок. Наоборот, как я сказал в предыдущем слайде, чем мы более становимся умнее, чем больше мы имеем опыта, тем меньше, по-моему, мы обращаем внимание на детали и код делаем небрежней, потому что нам это менее важно. По-моему, так. Мы также можем мотивировать программистов. Мы можем их как-то мотивировать на создание меньшего числа ошибок. То есть, допустим, если ты сделал баг, то если у тебя багов много, то ты плохой программист. Если у тебя багов меньше из твоего кода выходит, то ты, наверное, лучший программист. Можем как-то мотивировать деньгами, можем как-то мотивировать, я не знаю чем, повышением зарплаты. У вас есть у кого-нибудь в практике такие случаи, чтобы к программистам было вот такое отношение, что чем лучше у тебя код, тем мы тебе там больше чего-то дадим? В ваших компаниях такое бывает? Мы пробовали так делать, нет? Мы пробовали так делать, ничего не получается, потому что это, ну, не создает здоровой атмосферы и не, опять же, не мотивирует тех людей, которые хотят расти. Потому что каждый баг, как на мой взгляд, каждый баг — это не, вообще все баги — это неизбежное следствие творческого процесса. Чем интенсивнее мы кодим, чем больше мы вносим изменений, тем больше у нас багов. И постоянно думать о том, чтобы сделать их меньше, постоянно думать о том, чтобы сделать код качественнее, а не сделать его интереснее, а не сделать там функционал лучше там для пользователя, тем у нас мотивация будет ниже. Поэтому я думаю, этот пункт тоже не работает. И последние два, самые опасные, можно их напугать. Можно программистов пугать, то есть каждый баг, попадающий в продакшн, это вина лично того, кто его сделал. Вот с этим я сталкивался много. Кто-то встречал такие ситуации? Были такие, менеджмент, такое отношение менеджмента к ошибкам? Когда да, мы что-то свалили в продакшене, потом мы ищем, кто это сделал, и тот, кто это сделал, виноват. Я это встречал не раз и встречал это отношение у топ-менеджмента. То есть вот CTO компании, владельцы компании, верхний уровень менеджмента считает, так почему-то им кажется будет полезно, если каждый баг будет ложиться на плечи, ответственностью ложиться на плечи того, кто его создал.
я был не раз свидетелем этого. Более того, я один раз был свидетелем того, как в компании предлагалось, и даже не предлагалось, а было так сделано, когда команду тестеров убрали и сказали, что теперь программисты должны сами тестировать то, что они написали, и сами отвечать за те ошибки, которые попали в продакшн. Это, в общем-то, этот самый scare them, то есть пугайте их. Чем больше будем пугать программистов, тем меньше они будут багов делать. Мне кажется, это фундаментальная ошибка, которая опять же придет к тому, что программисты будут, хорошие программисты будут вообще ничего не делать, а плохие будут делать, но медленно. Потому что хороший программист, когда он программирует, ему хочется создавать фичи, ему хочется вносить изменения, ему хочется двигаться дальше и быстрее, изменять, может быть, какие-то фундаментальные архитектурные вещи, а думать о какой-то ерунде, о мелочи, которая может поломать продакшн, думать не особо хочется. Ну и последний пункт, можно их увольнять. А пугать, а потом увольнять и идти по кругу находить новых. Я вот такой вот круг нарисовал. То есть мы сначала находим хороших программистов, потом их тренируем, потом их мотивируем, потом их пугаем, потом их увольняем. Ну и пойдем, идем по новому кругу. Я специально эту картинку рисовал, можете ее затвитить. Там она, в общем-то, показывает, как бы суммирует то, что я рассказываю. Да, такой вот круг. Называется это fear-driven development. Кто-то слышал такой термин? Достаточно популярный, по-моему, в инете, погуглите его, Fear-Driven Development. Я не могу точно сказать, кто его introduced, кто его придумал, но есть ряд блокпостов на эту тему, где рассказывается о том, что будет, если fear, то есть страх, будет двигать разработку вперед. Мы боимся внести изменения, мы боимся что-то трогать, потому что это потому что мы можем это поломать. Вот этот Fear-Driven Development в этих блокпостах почитайте, он приводит только к одному, к замедлению процесса разработки. Мы просто начинаем кодить медленнее. Замедляется процесс, это раз. Во-вторых, появляются так называемые stale бранчи, когда бранч создается. Кто-то вообще в бранчах разрабатывает здесь? Отлично. Это радует. То есть создается бранч, в этом бранче пишется какой-то код, потом мы понимаем, что этот код слишком опасный, мы боимся, что он что-то сломает. Код-ревьюер говорит, что вот здесь я не уверен, здесь я не уверен, здесь может быть что-то пойти плохо, давай лучше не будем. Мы начинаем его улучшать, мы начинаем этот бранч еще тестировать. В итоге этому бранчу становится неделя, потом месяц, и потом мы его выбрасываем. Или он остается лежать в репозитории на годы, а потом он в конце концов никто не знает, зачем он был создан, он устаревает, и мы его удаляем, или он там остается навсегда. Я видел таких ситуаций очень много. Знакомая ситуация? Знакомая. Ну вот это fear-driven development, потому что мы боимся наш бранч, который мы создали, выкинуть в продакшн. У нас страх что-то поломать. И если нами руководит этот страх, то разработка будет крайне медленной. Мы будем делать очень консервативные изменения. Мы будем делать только то, в чем мы абсолютно уверены. Так происходит. И так неправильно. Что предлагается? Что бы я предложил взамен? Я бы предложил, сейчас будет три слайда, а потом немножко обсудим. Вот так это выглядело, я показываю тот слайд, который был до этого, так мы выглядели раньше. У нас красного цвета программисты, то есть они люди, несущие опасность. Красная стрелка — это их изменения, те самые бранчи, которые нас пугают и которые мы не хотели бы мержить, потому что они могут что-то поломать. А зеленого цвета у нас source-код, который мы любим, ценим, им пользуются юзеры наши, и все, в общем-то, работает более-менее стабильно. Предлагается сделать их зеленого цвета, этих мальчиков и девочек, и поставить между ними и кодом такую себе стену качества. Это термин я предлагаю использовать, я не знаю, может, как-то по-другому можно это назвать, но поставить между ними барьер, который будет отбрасывать, интенсивно отбрасывать изменения, которые приходят от программистов. Не опасаться этих изменений и селективно их как-то принимать, те, которые нас меньше всего пугают, а настроить такую стену качества, которая будет настолько жесткая, настолько агрессивная и настолько консервативная в автоматическом режиме, чтобы изменения, которые предлагаются людьми, они через эту стену не проходили или проходили очень плохо, очень трудно было бы пробиться через эту стену. Сейчас я расскажу детально, что я имею в виду, и объясню, что в этой стене будет. А вот такой сейчас последний философский момент. Таким образом, если мы защитим наш код от людей и дадим возможность людям совершенно свободно делать, что они хотят, зная, что их изменения не пройдут через эту стену, если они не удовлетворяют миллиону разных требований, то тогда у людей появляется свобода делать все, что они хотят. Они знают, что если они что-то поломают, то это будет вина того, кто строил эту стену, а не вина этих людей. То есть мы таким образом количество, ответственность за качество переложим на код, а ответственность за количество переложим на программиста. Программисту мы скажем: делай как можно больше.
Как можно больше пиши, как можно интенсивнее вноси изменения, как можно больше бранчей создавай. Все, что ты создаешь, все, что ты нам будешь присылать, мы будем принимать, если оно будет удовлетворять нашим условиям в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме. И что бы ты ни принес, если мы его приняли уже, то это уже наша проблема, это уже наша вина. Если ты сделал бранч, и в этом бранче что-то поломало, и это попало в продакшн, оно прошло через наш контроль, прошло через эту стену качества, то значит дальше это наша проблема, это проблема того, кто эту стену строил. Кто будет эту стену строить, сейчас мы обсудим, вы увидите, что в общем-то ее строят те же программисты. Но когда я как программист работаю с кодом, то я не думаю о том, что я могу потенциально поломать. Меня заботит только один вопрос. В каком объеме, как много я смогу этих изменений своих протолкнуть через вашу эту систему контроля? То есть мы, получается, позиционируем людей и код по разные стороны баррикады. Люди людьми, код кодом. В коде свои проблемы, код занимается своим качеством, обеспечивает качество, стабильность, надежность и так далее. А людям мы говорим, попытайтесь нас сломать. Если у вас получится, изменения пришли, мы их приняли, это дальше не ваша проблема. Если не получилось, если вы не пробились через эту систему контроля, если не получилось ваш pull request или ваш branch протолкнуть через там пайплайн, который у нас есть, то значит не получилось. Вот такая философия. Таким образом, мы качество и количество разносим по две разные стороны баррикады. Мы не требуем больше от программистов качества, потому что это не должна быть его задача. Программист не должен думать о том, как в принципе, какое в принципе качество у проекта, как в принципе не поломать все вместе. Это не его задача. У продукта есть некие требования к качеству. И продукт эти качества заявляет в виде вот там сейчас 7 пунктов, которые я покажу. Из этих 7 пунктов, я предлагаю их 7, их может быть значительно больше, в виде этих 7 пунктов продукт обозначает свои границы качества и говорит, я хочу, чтобы было вот так. А дальше вы кодируете. Вы приходите в новый проект, в другой проект, там другие границы качества, там, допустим, качество ниже в 2 раза. И тоже вам продукт говорит, приносите свои изменения, если они пройдут через наш контроль, мы их примем. Вот такая книжка, я не всю ее читал, но из нее взял такую цитату. Здесь сказано, что каждый… Есть такой build pipeline. Термин такой build pipeline, это когда мы берем то, что мы накодили, потом его как-то собираем. Я даже не уверен, что в данном случае build pipeline имеется в виду, берем то, что готово, и собираем. Я думаю, что в принципе build pipeline это когда мы имеем какие-то изменения, и мы хотим эти изменения внести в код. Может быть, это можно назвать merge pipeline, можно назвать build pipeline, можно назвать delivery pipeline. Это разные пайплайны, наверное. Но в общем идея здесь такая, что если у вас что-то фейлится, реджектите изменения. Реджектите код, реджектите изменения, не деплойте его. Если у вас что-то не собирается, если lint не проходит, lint знаете, что такое, да? Ну, там проход по синтаксический анализ. Если у вас не проходят тесты, тоже не принимайте эти изменения. Если у вас не проходит, если вы чувствуете что-то там не так, то постарайтесь реджектнуть как можно раньше. В этом философия, вот в этой книге я полностью целиком с ней согласен. То есть мы должны, вот если мы говорим о той самой стене качества, мы должны максимально интенсивно отбрасывать все возможные изменения. Мы должны воевать против программистов. Исходный код должен бороться с программистами. Это две враждующие стороны. Репозиторий и мы как программисты. Мы хотим поломать, репозиторий хочет себя защитить. Вот на этом конфликте мы достигнем самого высокого качества. На этом конфликте мы расслабим программистов и скажем им, что, ребята, воюйте, ломайте, получится, молодцы. Не получится, вот, значит, старайтесь, пока не получится. А код, с другой стороны, постоянно занимается поднятием этой планки. Здесь всего лишь 3 пункта указано. Тесты фейлятся, lint complainится, integration тесты фейлятся и там что-то еще. 4 раза он предлагает reject. Я вам сейчас предложу 7 раз reject сделать. Если у вас есть способы, как сделать 70 раз reject, значит, ваш проект будет еще более высокого качества, еще труднее будет программистам пробиться через вашу систему контроля. Чем больше вы настроите проблем перед программистами вашими, тем выше вы в итоге получите качество продукта, и тем легче будет программистам работать. Потому что они будут знать, что перед ними находятся, как здесь, lint, тесты, integration тесты и там система архивации финальная. Такая философская мысль. А теперь 7 пунктов, которые я предложу. Пункт первый. Что такое в этой системе качества? Ну, первое — автоматизированный билд. То есть мы должны… Что такое автоматизированный билд, знаете, да? Я думаю, это не надо обсуждать. То есть мы берем код, и мы должны его автоматически собрать. Мы даем программисту этот автоматизированный билд. Мы, когда принимаем от программера изменения, мы его автоматически прогоняем одним единственным билдом
целиком всю систему. Мы не берем куски файлов и говорим, ну да, этот файл хороший, да, этот там чуть-чуть лучше. У нас должна быть система, которая в автоматическом режиме нажатием одной кнопки или проходом одной команды собирает весь исходный код и в итоге дает результат, да или нет. Либо зеленого цвета билд у нас, либо красного цвета. И программист на своем лаптопе тоже может сделать то же самое. Он прогоняет весь билд и видит, красный он или зеленый. Если он зеленый, он счастлив и отдает нам свои изменения. Мы прогоняем на нашей стороне. Мы, я имею в виду репозиторий или там систему билда. Мы прогоняем опять автоматизированный билд и проверяем. Если он зеленый, первый шаг прохода нашей стены качества успешен. Тогда мы, наверное, можем принимать от него результат. Если нет автоматизированного билда, разговаривать, в общем-то, рано о чем-то остальном. Это первый шаг, который необходимо сделать. Мы должны обязательно собирать проект одной командой или одним скриптом. Может быть, это будет не одна строчка в этом скрипте, может быть, скрипт будет чуть длиннее, не всегда это одна строчка. Но это должен быть один скрипт, который абсолютно идентичен и у программиста на лаптопе, и у нас там где-то на сервере, где мы проводим автоматизированный билд. У кого нет автоматизированных билдов в проекте? Нет таких людей, слава богу. Понятно, что это должно быть. Хотя вот несколько лет назад, если бы я выступал, и у меня часто люди поднимали руки и говорили, у нас нет автоматизированных билдов, просто нет. Еще раньше у людей не было контроля версии. Здесь я про это не говорю, потому что это, наверное, совсем очевидно. То есть должен быть автоматизированный билд. Пункт номер два – юнит-тесты. Юнит-тесты мы должны дать возможность людям не просто прогнать какой-то билд, в котором будет линт, например, как было сказано, или в котором будет просто компиляция там, кода. Если это Java, то мы его просто скомпилировали. Если это C, то мы его просто скомпилировали. А мы должны запустить какие-то юнит-тесты. Что такое юнит-тесты, понятно, да? Это когда мы, один код запускает другой код, это код из продакшн, это код, который не идет в продакшн. Он запускает продакшн-код и пытается его поломать. Юнит-тесты пытаются поломать код, то есть доказать, что он не работает. Если у них не удается доказать, что он не работает у всех юнит-тестов, то значит у целиком у тест-системы не удалось доказать, что система, что продакшн-код имеет сбои, и это для нас сигнал, что, наверное, можно попадать в продакшн. Должна быть система юнит-тестирования. Опять задам вопрос, у кого юнит-тестов в проекте пока нет? Я думаю, если бы я не сказал «пока», процентов 10, да, пока нет. Если бы я не сказал «пока», наверное, никто бы не понял, используя слово «пока», они должны быть. Я знаю, что это сложно, особенно если проект старый, и он уже был в разработке до вас, то их создать не так-то просто. Но сделайте несколько примитивных юнит-тестов, это уже лучше, чем совсем без юнит-тестов. Протестируйте какие-то примитивные модули в вашей системе. У вас всегда есть какие-то классы, библиотеки, модули, компоненты, которые очень примитивные и изолированные. Протестируйте хотя бы их, начните с чего-то. В итоге у вас будут юнит-тесты. Тест coverage, пункт номер 3. Такой спорный момент, но мы, например, используем это в наших проектах. Что такое тест coverage? Когда у нас есть продакшн-код, у нас есть тест-код, во время прохода всех юнит-тестов тесты проверяют, вызывают продакшн-код. Классы production, модули production, строки кода. То есть у меня есть, вы понимаете, как это работает. Дальше мы меряем, какое количество кода из production кода было так или иначе затронуто во время работы юнит-тестов. 0,5%, 1%, половина всего кода или, может быть, весь код. То есть в идеале, наверное, мы должны при прогоне всех тестов должны затронуть 100% нашего production кода. Тогда, наверное, мы, конечно, не прогарантируем, что у нас качество на 100%, оно не может быть на 100%, но это будет лучше, чем если мы покроем 10% нашего кода. То есть нужно стремиться к высокому тест-каверджу. Почему я здесь это упомянул? Потому что во время построения этой стены качества вы можете потребовать определенный тест-каверидж. Вы можете сказать, наш код не проходит контроль, если в нем каверидж ниже 80%. И тогда программист, беря код из репозитория, в котором 81% coverage, добавляет туда какой-то свой код, меняет какие-то, вносит какие-то изменения, создает какие-то новые там модули, которые не покрывает тестами, потому что он ленивый или он не знает как. Потом он возвращает этот код обратно в репозиторий и говорит, я закончил. Что делает наш контроль качества? Он прогоняет все тесты и видит, что с 81% мы упали до 72%. Такое падение coverage показывает программисту, что мы твой код не примем. Это, скорее всего, в большинстве случаев покажет, что он не написал юнит-тесты.
большинстве случаев. Иногда, может быть, там какой-то рефакторинг немножко сдвинет code coverage, он там из 80.5% упадет до 79.9%. Так бывает, то есть небольшое такое изменение. И тогда программисту приходится там дописать какие-то тесты. Но если вы поставите coverage на разумной цифре, там, может быть, не 80, поставьте 60%, и держите эту цифру 60. Все, кто попытается уронить ее до ниже, чем 60, будут вашими врагами, и ваша система качества не примет их код. Это, может быть, вы будете сами попадете в эту ситуацию. Вот я предлагаю это использовать. Масса есть критики этого тест-каверджа, люди говорят, что это неправильно, эта метрика ни о чем не говорит. Я считаю, что лучше бы она была, чем ее бы не было. Она, безусловно, ничего не гарантирует на 100%, она, безусловно, не отражает все качество вашего продукта, но код, который на 60% покрыт, и код, который на 30% покрыт, это разный код. Это действительно разный код разного качества. Это действительно так. 60 и 59, да, там разницы не будет. Но если 30 и 60 или 80 или 100, как у нас в некоторых проектах, мы требуем 100% покрытие, то 100% покрытие и вообще без покрытия – это совершенно разный код. Пункт четвертый – mutation coverage. Кто знает, что это такое? Хорошо, человек процентов 20 знает. Mutation coverage – это тоже из той же серии, из серии юнит-тестирования, когда у нас есть код, и у нас есть тест. Мы запускаем тест, тест работает с этим кодом. Потом мы берем код и меняем его в автоматическом режиме. То есть софт специально написанный, в библиотеке есть такие фреймворки, которые берут наш модуль. Например, у нас есть калькулятор, который складывает два числа. А плюс Б. И возвращает результат. И мы написали к нему юнит-тест. И в этом юнит-тесте написали, что давайте сложим 5 плюс 5. И в итоге должны получить 10. Тест проходит, код рабочий. Потом запускается этот фреймворк, который берет этот код из продакшена и меняет там плюс на минус. Теперь наш калькулятор вместо того, чтобы складывать, начинает вычитать. Тест свалится. То есть мы делаем мутанта из кода, мы мутируем наш код, создаем мутанта и смотрим, сработает ли тест в этом случае. Если тест валится, то это хорошо. А если в этом тесте мы, допустим, складываем 0 плюс 0 и проверяем, что это 0, то этот тест сработает и с плюсом, и с минусом. То есть он не среагирует на мутацию. Это ошибка. То есть это слабый тест. Вот мы прогоняем, мы берем этот специальный фреймворк и делают, они берут весь наш продакшн-код и меняют. Плюс на минус, 1 на 2, 2 на 3. Меняют всякие константы, меняют операнды, меняют последовательность вызовов методов. Как-то мутируют. И прогоняют эти юнит-тесты. Это занимает время обычно. Там это может занять и 20 минут, и час, и 2 часа. Это длительные такие процессы, потому что много мутаций создается, и много раз прогоняются тесты. И в итоге мы смотрим, какой процент тестов у нас стабилен, ну, выдерживает мутации, реагирует на мутации, а какому проценту тестов все равно. Плюс там был, минус, он 0 с нулем складывает, 0 из нуля вычитает, ему все равно. Чем mutation coverage у вас выше, тем лучше. Говорят, что эта метрика лучше, чем coverage, чем test coverage, потому что она лучше отражает качество вашего покрытия. Она лучше показывает не просто, какое количество строк кода вы покрыли, а показывает, насколько тщательно вы их покрыли. Опять же, пример с калькулятором. Мы покрыли эту строчку кода? Покрыли. 0 плюс 0. Сработало, строчку вызвали, но реального теста не произошло. Пункт номер 5, всего мы их 7 имеем. Статический анализ. Кто знает, что такое статический анализ? Знают почти все. Кто использует статический анализ как точку контроля качества? У кого из вас в проектах при фейле статического анализа будет реджект? Ну вот 5 человек подняли руку. Прекрасно. Вот так должно быть у всех. То есть статический анализ — это должно быть не просто система информирования о том, скажу, что такое статический анализ. Это когда код не запускается, это не рантайм анализ, а статический. Он статически анализируется какими-то тулзами. Открывается ваш исходный код, исходный, не компилированный, а исходный. И, например, проходится там и смотрится, чтобы у вас не было переменных из одной буквы. Там I, T, S — это плохие имена переменных, должны быть они длиннее. Ну, например, я вам привожу пример статического анализа. Или чтобы ваши строки не были там длиннее, чем 80 там, или 100 символов. Или чтобы у вас было, там, не было больше, чем 500 строк в одном файле. Обычно статический анализ используется как? Берется этот тулзы, они проходятся по всему коду, они выдают некий репорт большой, много-много файлов, в котором показывается, где у вас ошибки. Там у вас чуть длинная строка, там переменная неправильно названа, там вы ошиблись. И огромное количество этих violations, так называемых. Обычно люди используют это просто, чтобы посмотреть. Они сгенерировали этот анализ, посмотрели на него, все вздохнули, посмеялись где-то, показали пальцем на того, кто некрасиво написал, и свернули эту
всю эту историю. Так не должно быть. Вместо этого вы должны запускать этот статический анализ на каждом изменении, приходящем от программиста. Программист взял исходный код из репозитория, поменял что-то, не зная, как правильно, назвал переменную i, как-то там где-то, хотя вы, например, не хотите, чтобы так было по вашим требованиям, и вернул вам код обратно. Ваша система контроля качества, вот эта стена качества, она эти изменения отрежекнет. Так должно быть. Это трудно настроить с первого раза, потому что обычно проекты уже запущены, в них, если запустить какую-то тулзу по статическому анализу, она выдаст там 17 тысяч violations, и вы просто технически не в состоянии будете все 17 тысяч исправить. Это невозможно, и обычно так и происходит. Команда запускает, послушает вот такой доклад типа моего, возвращается в офис, запускает какой-нибудь check style там, или RuboCop, или PMD, ну, смотря какой в каком языке, видит 17 тысяч violations, пожимают плечами и сворачивают, и говорят, это не для нас. Что я предлагаю в этом случае? Настройте вашу тулзу сначала на проверку очень небольшого количества violations. Небольшого. Например, только длина строки. Или только короткие переменные. То есть что-то такое, что даст вам 100 violations, что даст вам 30 violations. Нет, какое-то реальное количество, которое вы в состоянии за один день исправить. Исправьте их и поставьте жесткий контроль, что вот их больше нарушать нельзя. И все перестанут их нарушать, потому что перестанет код ваш репозиторий принимать такие изменения. На следующий день сделайте какие-то еще. И так через время, через месяц, через два, через год вы дойдете до того состояния, когда у вас будет большое количество правил, и код будет значительно лучше. Шестой, код-ревью. Ну, я думаю, здесь очевидно. То есть это ручной элемент этой вот системы контроля качества, этой стены качества. Должно быть код-ревью. То есть все, что приходит к нам от программистов, должно, безусловно, проходить хотя бы один этап ручной проверки. У кого-то, у нас, например, два этапа в нашей компании. Мы делаем два код-ревью. Один ревью, потом второй. Кто не делает код-ревью, кто разрешает коммитить людям вот как есть в мастер, потому что мы доверяем программистам. У кого такие ситуации есть? Обманываете. Я думаю, у многих так происходит. Потому что мы сейчас перейдем, да, к седьмому пункту. Я думаю, что мы потом вернемся к этому. Но давайте посмотрим. Я считаю, что для того, чтобы все, что я сказал до этого, работало, у нас должен быть мастер-бранч в системе read-only. То есть никто не должен иметь возможность сюда коммитить, пушить в мастер напрямую. Все должны работать через бранчи. И не просто должны работать, а у них не должно быть технической возможности сделать пуш в мастер. И тогда станет неизбежным все остальные шаги, которые я сказал. Неизбежно нужно будет код-ревью, неизбежно нужно будет все эти контроль, проверки и так далее. Если в мастер невозможно запушить, а можно сделать это только через бранч, который мы потом мержим какими-то автоматическими способами. Поэтому если у вас нет мастера в read-only, то не говорите мне, что у вас обязательный код-ревью. Если у вас мастер открыт, я просто сделаю туда пуш, и никакой ревью мне никто не остановит. Потому что я ночью проснусь, там что-то упало, я сделаю пуш в мастер, а ревью мы будем делать потом. Может быть. Поэтому если у вас мастер закрыт, тогда у вас все хорошо. У кого read-only мастер? У кого нельзя коммитить? Это я удивлен. Ну хорошо. Если так, то хорошо. Ну, в общем-то, это вот 7 пунктов, которые я хотел рассказать. Они основные. У меня осталось 10 минут. Сейчас я расскажу 4 рекомендации для программистов, как жить с этим всем. То есть если у нас передо мной стоит стена качества, то как мне, как программисту, все-таки обеспечить поток изменений от меня и сделать так, чтобы они проходили через эту стену. Как этого добиться? Вот такие рекомендации, которые я даю себе и нашим программистам, которые у нас работают. Рекомендация номер 1 – делайте маленькие изменения. То есть сделайте так, чтобы ваши бранчи были маленькие. Если у вас бранч небольшой, если вы меняете один файл и в нем 15 строчек или там 3 строчки, то шансы от того, что у вас отреджекнет система качества, что где-то вы нарушите статический анализ violation или где-то вы сломаете юнит-тесты, она значительно ниже, чем если вы меняете сразу много. Поэтому каждое большое изменение, каждый большой pull request — это вы себе создаете потенциальную проблему. И это признак плохого программиста, на мой взгляд. Хороший программист умеет сделать изменения маленькими инкрементами. Даже если перед ним большая задача какая-то архитектурных там перестановок, ему нужно много поменять, он все равно знает, как это разбить на небольшие интервалы, как это на инкременты разбить. Поэтому если вы хороший программист, старайтесь сделать маленькие изменения. Легче сделать код-ревью, легче понять, что вы исправили, легче это все поддерживать, легче проверить, быстрее попадет в продакшн. Пункт второй — репортите баги. Если вы видите проблему перед собой, если вы видите, что код не такой качественный, как нужно, если вы видите, что его нужно рефакторить, не делайте это сразу. Создайте новый тикет.
баг. И напишите там, что вот код не такой хороший, как я вижу, хотелось бы его исправить, отдайте эту задачу кому-то другому. Может быть, себе в том числе. Может быть, вы потом к нему вернетесь самостоятельно. Но не делайте все сразу в одном тикете. Учитесь разбивать проблему на подзадачи. Учитесь это делать самостоятельно. Если перед вами открылась большая проблема, и вы понимаете, что я не могу ее сделать сразу, сделайте 15 багов, которые каждый опишет свою мелкую проблему, касающуюся того кода, на который вы смотрите. Пункт номер третий – экспериментируйте. Не бойтесь потерять ваш pull request. Не бойтесь его выбросить. Не считайте, что каждый ваш pull request должен попасть в продакшн. Сделали changes, сделали branch, дайте это системе контроля качества, пусть она это соберет, пусть она вам скажет, тут поломалось, тут поломалось, тут поломалось, выбросьте ее и начните заново. Не считайте, что каждый ваш бранч должен попадать в продакшн. Экспериментируйте, пробуйте, ломайте, поломали, ничего страшного, пробуем еще раз. И последнее – это изолируйте свои изменения. То есть это, наверное, касается всех предыдущих трех. То есть сделайте так, чтобы ваши изменения были максимально изолированы и касались максимально узкой проблемы. Не затрагивайте сразу много областей в том коде, который вы меняете. Ну вот как-то так. Вот такие рекомендации. Я не знаю, насколько они вам помогут. Последний мой слайд. Что нужно сделать после этой презентации? Во-первых, меня можно найти на Твиттере, на Фейсбуке и зафоловить меня обязательно. Во-вторых, можно купить мою книжку Code Ahead, где это все рассказано, о чем я сейчас рассказал, только там 250 страниц, и там значительно все детальнее. И можно прийти на Xerocracy и посмотреть, как это работает. Там реальные проекты, в которых реальная философия, которую я сейчас вам рассказал, применяется. Там все происходит именно так. Мы имеем очень жесткие системы контроля качества, очень жесткие системы отбраковывания изменений. И тот код, который мы получаем на выходе, а мы пишем в Java, в Ruby, немножко в JavaScript, получается код значительно выше качеством, чем тот, который вы, я уверен, видели где бы то ни было в другом месте. У нас все проекты в open source, все можно посмотреть, и все системы вот этого контроля качества, они тоже открыты, и можно посмотреть эти скрипты, которые проверяют наш код и отбраковывают то, что не принимается. Я закончил, ваши вопросы. Егор, спасибо большое за доклад, очень интересно было. Но хотел бы вот такой, может быть, немножко философский тоже вопрос задать. Мы столкнулись у себя с похожей ситуацией, когда мы пытались залить тоже большим количеством микросервисов, и разработчики начали заливать просто большим числом коммитов, большим числом бранчей. Вот здесь есть такая тонкая грань, чтобы не уйти от самой парадигмы DevOps, потому что получается так, что разработчик иногда пытается заткнуть дырки именно в тесте. И вот как, по вашему мнению, вот не укатиться туда? Именно что разработчик, чтобы не пытался именно пройти тест, чтобы он пытался написать качественный код? Ну, вопрос хороший, да. То есть как читинга избежать, да? Как сделать так, чтобы программист вместо того, чтобы действительно вносить изменения, он просто обманывал тесты и чтобы просто закрыть... Вместо того, чтобы вот именно программист стал каким-то разработчиком широкого спектра, то есть он понимал бы во многих сферах, он просто пытается пробить брешь и все. Ну, во-первых, я не вижу большой проблемы в том, чтобы пробивать брешь. В общем-то, наша задача в конце, чтобы код работал. И если он делает так, что проблема решена, и он закрывает этот баг, и он закрывает эту какую-то там дырку, которая у нас была, то я большой проблемы не вижу в том, чтобы на данном этапе, если нам нужно было закрыть эту ошибку, принять от него это изменение. А потом, вот я про это не сказал, но мы в итоге мы получили какие-то изменения. Эти изменения легли в код. Код стал как-то хуже, да, поскольку он вместо того, чтобы сделать правильно все, он просто заткнул, да, какую-то дырку, и в итоге там собралось, все, выкатили, но мы не продвинулись, мы сделали хуже. Нам нужен рефакторинг. После его, после его заплатки нам нужен рефакторинг, нам нужно сделать правильно. Мы не хотим, чтобы осталось так. У нас технический долг вырос после его изменений. Мы закрыли его тикет, мы закрыли его бранч, его поблагодарили, но технический долг увеличился. Так вот мы всем программистам говорим, мы их мотивируем на то, чтобы они смотрели на исходный код в итоге и репортили новые баги относительно технического долга. То есть мы взяли отсюда, заткнули дырку, оно заработало, технический долг появился, и мы репортим новый тикет и пишем, ребята, а долг-то пофиксить надо, и новый программист приходит уже в свободном режиме, поскольку у него там больше времени, нет цейтнота, нет стресса, и он устраняет технический долг.
Вот так мы делаем. То есть двухшаговый такой процесс. Мы не сразу требуем от человека и проблему решить, и технический долг не оставить. Мы говорим, оставляй технический долг, no problem. Если наша система принимает технический долг от тебя, ну, принимает твои, если ты, конечно, не нарушил, ни тесты не свалил, ни статик-анализ не нарушил, и код-ревью прошел, но технический долг ты бы нам принес. Нет проблем, мы его позже пофиксим. Вот так мы делаем. А насколько, вот, скажем, велико вот это время сдвига технического долга? Ну, может быть. Ну, оно может зависеть от бюджетов проекта, зависит от интенсивности разработки. Если у нас сейчас везде кризис и все падает, то нам плевать на технический долг. Нам нужно просто фиксить. А если у нас начинается, ну, как бы режим расслабленной разработки, у нас есть деньги, у нас есть время, добавились люди в команду, ну, мы берем эти старые ошибки, которые 2 месяца назад были сделаны, и начинаем их исправлять. Это вопрос, технический долг – это вопрос денег в основном. Больше денег – меньше долга. Меньше денег – больше будет долга. То есть я так это понимаю. То есть нельзя требовать от людей не создавать технический долг. Это ошибка, то, с чего я начал. Нельзя от них требовать делать все идеально. Мы должны требовать от людей проходить систему контроля качества. Вот и все. Прошел, спасибо. А дальше, если у нас возник долг, и мы его видим, мы вернем его, мы создадим новые тикеты и будем новую разработку делать. Ну, спасибо. Ну, вопрос хороший, да, насколько... Вопрос строго, я повторю, микрофона не было. Вопрос в том, как будет быстро это все происходить. Если программист пытается пробиться через контроль качества, он, ну, у него не получается, он пробует еще, у него не получается. Это все затягивает время, поскольку мы от него требуем абсолютно 100% комплайенса с нашими качествами, с нашим требованием по качеству. Поэтому, конечно, у него это будет занимать время. Но поэтому в нашем случае мы даем программистам очень небольшие задачи по размеру. И даже более того, мы их... Это автоматически, поскольку у нас идет оплата по результату, по закрытой задаче. Поэтому у нас программисты заинтересованы в том, чтобы поскорее закрывать свои задачи. И поэтому они финансово не заинтересованы в том, чтобы долго держать свои бранчи и долго пробиваться через эту стену качества. Они создают pull request, они делают какие-то изменения, оно либо проходит, либо они выбрасывают и создают новый. То есть никто не будет долго ждать и неделю работать над одной задачей. У нас задачи там по часу, по полчаса, по полтора часа. То есть очень короткие. Человек открыл бранч, сделал небольшие изменения, микроизменения, там 20, 30, 100, максимум, может быть, 100 строчек кода, и затолкнул в репозиторий. И пошел к следующей задаче. То есть мы мотивируем людей и объясняем им, что лучше делать микроинкременты, лучше эту неделю разбить на 15 шагов. И 15 раз попытаться эту стену качества пробить. Из них 13 раз получится, а 2 раза придется выкинуть этот код. Но это небольшая проблема. А вот если он неделю будет писать код и напишет там, не знаю, 2000 строк кода, и потом у него не получится пробиться через эту стену качества, то, конечно, frustration и, ну, как это сказать, разочарование будет огромным. И он, конечно, опустит руки и скажет, а давайте мы уже стену качества уберем, потом мой код туда положим, а потом ее опять поставим. Я такую ситуацию встречал очень часто, когда кодили, потом вдруг нельзя это никак смержить, не получается это никак смержить, приходят к тому, кто строил эту стену, к архитектору, программисты, а то и группа программистов, и говорят, слушай, давай вот временно уберем, потому что нам сейчас очень нужно, продакт-менеджер требует от нас этой фичи, а мы ее уже закодили, мы, да, не учли ваши там статик-анализы и юнит-тесты, к сожалению, но мы потом учтем. И нам приходится эту стену убирать, все закладывать в код, и все, и дальше уже назад дороги нет. Потому что поднять ее обратно, ну как, мы пустили в систему тот технический долг, который ну, как бы разрушил наши требования по качеству, разрушил наш вот этот вот защитный кожух наш, что ли, качество. Такого не должно быть. Поэтому мы не должны ни в каких случаях идти на компромисс и убирать эту стену, всегда ее держать, и требует от программиста микроизменений. Так я думаю. Тогда скорость будет высокая. Ответил? Да. Еще. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. А у меня такой вопрос. Мы же тут вот как-то про DevOps, там микросервисы, вот это вот все где-то рядом. А как ваша стена качества учитывает, собственно, вот этот микросервисный подход и тестирование? То есть кажется, что если мы просто отдельно кусочки будем тестировать, там, статик-код анализом и вот всем вот этим вот пайплайном из 7 пунктов, то, кажется, нам это все равно никак не скажет о том, что система в целом, которая состоит из
довольно большого количества микросервисов работает, и мы действительно на самом деле ничего не сломали. Вот есть какой-то вижен, какое-то понимание, как это расширить? Ну, вопрос очень хороший, действительно. У меня очень примитивный ответ есть, более сложного ответа нет. В примитивном случае я понимаю, как я это себе понимаю, любая система, она состоит из подсистем. И микросервис — это подмодуль более крупной системы. Как внутри микросервиса есть классы, внутри классов есть методы. И мы, конечно же, не можем сказать, что класс рабочий, если мы протестировали только два его метода в отдельности. Мы должны написать тест, который тестирует в комплексе работу этого класса. И мы не можем сказать, что модуль работает целиком, если мы только два класса протестировали изолированно. Мы должны их соединить и посмотреть, как, допустим, этот класс взаимодействует с этим. Также и микросервисы. Мы не можем сказать, что два микросервиса будут в итоге составлять целостную систему, если мы протестировали этот микросервис и этот. Мы должны написать какой-то интеграционный тест, который нашу систему в целом покажет, что она в целом работает. Написание таких комплексных тестов — это вот задача, ну, более следующего уровня, задача следующего уровня интеграции. У нас есть 7 шагов внутри одного микросервиса и 7 шагов внутри другого микросервиса. Нам нужно что-то более общее, которое будет деплоить их, например, целиком. Если у вас деплоятся они по отдельности, то проблема, наверное, я не знаю, как она должна быть решаться в каждом конкретном случае. Да, мы можем действительно протестировать один микросервис, убедиться, что мы там ничего не поломали, качество примет наши изменения, один микросервис выйдет в продакшн и поломает все остальное, потому что у него поменяется API, например, и это API не поддерживается всеми остальными микросервисами. Что в этом случае делать? Ну, наверное, тогда строить систему коллективного деплоймента, когда перед тем, как какой-то из них деплоится, они должны как-то собраться вместе в интеграционный тест, и этот интеграционный тест должен сказать, что мы можем выйти на продакшн. Вот я бы так делал. Сильно удлинит. Сложный код нужно написать, хотя это тоже так. Потому что эти тесты реально сложные очень. Да. А сам пайплайн вот этот, он уже будет длиться там не часы, а вполне себе может дни длиться. Ну, я не вижу в этом большой проблемы. Да, будут дни. Да, у нас тоже такие бывали системы, где, да, чтобы зарелизить какой-то модуль, нужно там пару минут. А чтобы зарелизить все целиком, нужно там несколько дней и тестирование, и не работает оно потом, потому что мы-то собрали там три модуля. У каждого три модуля имеет свои новые версии, но комбинация этих трех модулей не дает нам рабочую версию, и мы не понимаем почему. И мы начинаем искать ошибки в каждом из них. Это может занимать дни, недели, месяцы. Ну, я не знаю, как по-другому. Окей, спасибо. А второй у меня короткий вопрос – это про то, кто должен эту стену качества настраивать. То есть мы принимаем эти 7 пунктов, да, говорим, что у нас все так. Но кто должен быть ответственный вот в команде, да, в продукте за то, как эта стена качества настроена? Что мы говорим, что у нас там, ну я не знаю, 60% кода должно быть покрыто юнит-тестами. Что там мы принимаем 70% частоты кода на статик на лентах, ну, и так далее, да, вот эти шаги. Кто должен быть виноват за это? Вот, ну, у нас виноват архитектор. Плохое слово, но да, хорошее слово. Ответственный, да. У нас виноват архитектор. Да. Ответственный за это архитектор проекта, то есть человек, который отвечает целиком за проект, технический софтвер-архитект. Но у нас часто очень бывает, что программисты сами предлагают изменения в этой системе качества. Мы видим какой-то баг, приходит к нам баг, пишет пользователь, пишет сам программист. Вот ломается вот это, вот мы выложили в продакшн, а в итоге оно вот не работает потому-то. И мы в обсуждении этого тикета, зачастую так бывает, что мы, обсуждая программисты между собой, мы предлагаем, слушайте, ну это явно случилось, потому что мы могли бы в процессе билда, в процессе сборки изменений, могли бы поймать такую ошибку. Давайте усилим нашу систему качества. И архитектор говорит, да, отлично, мне нравится эта идея, усиливаем. А бизнес это спонсирует или это ваша ответственность как компания? Бизнесу это не нужно. Бизнесу мы стараемся это не показывать. А, окей, спасибо. Бизнес это не поймет. В нашем опыте, если я показываю такое бизнесу, то бизнес часто говорит, что он не понимает, зачем это нужно. Зачем ты делаешь проблемы программистам? Мы платим им не за то, чтобы они бились о какую-то стену, а за то, чтобы они счастливо нам много изменений вносили. А если они что-то поломают, мы их уволим. Вот и все. И трудно эту менталитет это сломать. Поэтому мы эту всю формулу не показываем бизнесу и говорим, вот у нас просто так, и не вникайте. Вот у нас есть там continuous delivery, мы это называем, например, и все. Да, мы делаем свою кухню, но бизнес это не поймет это, да, мы это не показываем. Да. Да. А, спасибо, Егор, за доклад, очень, очень здоровский. И я вот в продолжение предыдущего человека, который задал вопрос про интеграционные автотесты, что основная вот проблема возникает, как вот эту стену построить на интеграционных автотестах. Потому что здесь, если это интеграционный, вы уже пустили код в мастер. И дальше с этим кодом надо что-то делать, если он не проходит интеграционные автотесты. А роллбэчить
ну, не вариант как бы. А если вы пытаетесь построить интеграционные автотесты до прихода в мастер, то у вас получается сложная, хрупкая система, и там fail rate, когда проблема реально из-за инфраструктуры, из-за прогона автотестов, а не из-за того кода, который принес разработчик, она очень существенна. Там очень сложно настроить систему с хорошим fail rate. Вот как здесь быть? Мне нечего добавить, вы все правильно описали, все-таки есть. То есть решения нет? Вот у меня именно те две проблемы, которые вы сказали. Первое, у нас бывают ситуации, когда мы плюем на этот интегрейшн и принимаем в мастер, а потом оказывается, что модуль номер А поломал интеграцию с модулем Б, и тогда начинаются роллбеки, ну и все остальное. Либо мы пытаемся интегрировать А вместе с Б во время сборки изменений в А. Но тогда это долго получается. Часто провалы происходят не по причине неправильного кода, а потому что там что-то не... Ну, интеграционно это всегда сеть, диски, все остальное, оно может падать. Поэтому в зависимости от необходимых требований надежности. Поэтому, в общем-то, если проект хочет высокое качество, то мы должны наплевать на проблемы программистов и сказать, ну да, ваш код будет собираться один раз из пяти. Потому что в четырех остальных случаях он будет не собираться ни по вашей причине, ни по вашей вине. Программисты будут злиться, они будут ругаться, они будут пытаться пробить эту стену, она будет не пробиваться ни по их вине. То есть он реально ничего не поломал там, а оно не собирается. Но если мы хотим суперкачества, мы, значит, должны иметь вот этих обозленных программистов вокруг, но код себя защищает. То есть репозитории себя защищают. Надо искать баланс, что вам важнее. Если вам не так важно качество, не так важна стабильность, а важна все-таки скорость повыше, то снижайте планку качества, не делайте интеграционные тесты, уменьшайте количество этих проверок, делайте попроще этот анализ весь. Тогда программисты еще интенсивнее будут набрасывать код. Но качество в итоге будет страдать. То есть надо искать, что важнее, по деньгам. Ну, понятно, но в нашей практике мы пришли как бы к тому, что мы как бы даем мержить, но потом очень-очень быстро... И там дежурный откатывает. И, соответственно, я против такой практики. Можно так. Это нужен дежурный, это нужно не забыть, это нужно. Дежурный среди разработчиков также просто ротация. У нас работа идет во всех тайм-зонах, люди ночью, из разных стран. Сажать кого-то дежурного. А если базу мы изменили, внесли изменения в данные. Ну, то есть я бы против такого. Я бы лучше делал, я бы переносил эту проблему на девелоперов. То есть ужесточал бы контроль, делал так, чтобы мерч происходил все труднее и труднее. И пусть там реально проблема возникает. Возникает, я знаю. Ладно, спасибо. Да. Все, спасибо большое.